сети критикует Сергея Лазарева, представившего накануне песню «Шрем» для Евровидения 2019. Многие поклонники остались разочарованы премьерой композиции. С недовольством по поводу творчества Лазарева выступили также Иосиф Пригожин и Виктор Дробыш, которые честно заявили, что считают песню сильной, но не шлягером. Лазарев оправдался перед фанатами, заявив, что намеренно записал песню, не похожую на ту, с которой он выступал на этом же международном конкурсе 3 года назад. Некоторые пишут, что песня не в формате Евровидения, но разве это плохо создавать песню, которая будет выделяться? Будет оригинальной и уникальной. Я сразу сказал, что повторяться я не люблю и согласился ехать во второй раз, так как была возможность показать себя совершенно с другой музыкальной стороны, нежели в 2016 году. Что мы успешно и сделали, рассказал Сергей. Более того, Лазарев обещает, что песню будет дополнять оригинальный номер. Так что он попросил россиян набраться терпения и не судить раньше времени. Тем не менее, если до премьеры Сергей держался на первой строчке букмекерских контор, то теперь свалился на второе место. Шансы на победу России резко упали. Не исключено, что ему удастся реабилитироваться и слушатели распробуют его композицию. Однако пока фавориты конкурса вышел представитель Нидерландов Дункан Лоренс.